Всем добрый воскресный, такой прекрасный день. Всем привет. Мы находимся на нашей выставке в Екатеринбурге, Климовская, 23. Здесь у нас представлены огромнейшее количество образцов, но у нас не главная эта тема, а сегодня про огурцы. Если кто за нами давно следит, вот эта вот теплица, павильон, она у нас в прошлом году и позапрошлых давала огурцы, но в прошлом году до поздней осени, и в один прекрасный момент просто провод выключился, и в одну ночь все огурцы замерзли, было минус 17. Сейчас мы сделали, как вы видите, камера стоит, кабеля идут, все уже капитально развязали, то есть завели электричество, как видите, все капитально. И от нее уже розеточки, раз, два, чтобы уже здесь было все капитально. Также мы загерметизировали все швы, еще в этом году еще раз пройдемся, мы будем подготавливать к зиме. И будем сейчас, поставили новую партию огурчиков, огромное количество всяких разных производителей. Вот первая, видите, как жарко здесь теплится. Вторая. И вот здесь у меня третья. Так сказать. Три партии. Еще у меня тут выживает, смотрите, китайский змей. Пытается. Надо его оборвать сегодня на салатик. Сегодня оборву. И здесь еще кожилица от гавриша. Теща. Вот. В тетрадку все записываю. Видите, сколько их много. 16 видов. В общем, получается у нас 16 сортов. 16 сортов. Последние у нас семена для вас. Донской пассаж. Вот, 16 сортов разных производителей. Что я скажу? Самое опасное вот в теплицах, что весной яркое вот это солнце. И осенью. То есть, то холод уже, как бы температура вроде стабилизировалась, но вот эти яркие перепады. Жгучее солнце, она может... Вот сегодня приехал, дверь теплая, видите? Здесь было в теплице под 40 градусов. Датчик стоит. Сейчас в теплице 37. Видите, 37 градусов. Дверь открыта настежь. Фрамуга открыта. И все равно в теплице жарко. Не можем форточки пока сделать автоматически, потому что это как бы теплица экспериментальная. Еще минус в чем, когда у нас, если кто помнит, летом за нами следили, мы вот так растили в мешках. Горизонтально по два куста. Оказалось, для двух корней очень мало. У нас когда была жара, они просто все сгорели. Не успевали поливать. Надо как можно больше. В этот раз решили на зиму посадить вот такие канистры. В это 30-литровые канистры. Но думаю, литров по 30 в них земли будет. И им будет очень и очень хорошо. Так что смотрите. У нас все отлично. Все по плану. Видите, какая рассада. Все растет. Даже лампы досветки. Сейчас пока солнце я выключил их. Они по таймеру работают. Зачем пока солнце светит. Поэтому все супер. Также у нас есть еще представлены теплицы, в которых мы растим. Это зимняя, тоже зимой. Вот в которую сейчас показывал, это будет под огурцы. А вот это вот мы решили уже не путать культуры. И вот в этой зимней теплице у нас будут перцы и томаты. Вот это все будет убираться. Видите, какой здесь джунгли, руки не доходят. Вот это все будет выдираться, выкидываться, образно говоря. И будет здесь садиться новая рассада томатов и перцев. Хотя здесь тоже урожай огромный у нас. И перцев, и томатов, как мы видим. Видите, все в перчиках. И здесь у нас огурец, который, видите, как огурцу жарко. Смотрите, листья поникли. Хотя работает приточка. Работают, обратите внимание, два вентилятора мощных. Но они растут, видите, огурчики. На окрошку сегодня мне попросила мама снять. Где тут еще были? Что-то уже кто-то... Вот, смотрите какой. И я даже не знаю, что это за сорт. Представляете? Он проклюнулся сам. Вот видите, как ему хорошо, куда он тянется. Ну и помидоров огромное-огромное количество. Заросли надо все это рвать, резать, убирать. Везде. Перцы. Еще он перц. Тут в баночках. То есть надо будет все это. Вот каменный цветок до сих пор. Год уже. Он уже год плодоносит. Вот в такой банке. Представляете? Каменный цветок от семена партнер.
Его уже 2 раза или 3 обрезали, резали. А он все равно плодоносит и плодоносит. Но здесь мы тоже фрамук не вырезаем, потому что это зимняя чистая теплица. Пойдемте дальше. Поэтому они тут у нас сами по себе растут. Дворников у нас нету, или как их там, горничных. Все сами. Он даже, видите, завалился один куст, подвесил я его. Сколько томатов. Типа под тяжестью. Здесь уже хожу потихоньку, срываю вот так вот и кушаю. Вместо обеда, завтрака и ужина. Поэтому и перец вон там висит. Вот. Поэтому, ну, с огурцами мы будем раньше, томаты попозже. Не успеваем просто высадить. Может быть, какую-то часть оставим. Какую-то, чтобы был урожай. Потому что все равно томаты дольше, чем огурцы. А здесь мы уже вот так вот. Так что смотрите, наблюдайте, будем все рассказывать, чем и как, когда у нас появятся наши огурчики, супер огурцы. Все, всем спасибо, опять доброго дня, смотрите, наблюдайте за нами, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.